В США охватила новая волна лотерейного ажиотажа. У прилавков опять очереди после того, как сегодня никому не удалось сорвать джекпот – 900 миллионов долларов. Новая попытка назначена на среду. Ожидается, что призовой фонд к этому времени вырастет до 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Билеты разлетаются с бешеной скоростью. Если повезет, и счастливчик будет только один, то он сможет сразу получить более 800 миллионов долларов наличными. А если выберет рассрочку на 30 лет, то и всю сумму.